очень неплохой, красивый ресторанчик. Чача называется. А мы встретились с Еленой. Ее муж Александр поддерживает полностью ее в ее начинаниях. Ну, это наш рукожоп местный. Да ладно, я любя. Это наш технический директор. Грузинская кухня. Очень вкусненько. Харчо. Дедалежа очень любит харчо. Ну, второе принесли. Второе тоже у нас. Красная рыба. Прикольно. Вот это блюдо интересное, красивое. Какое-то своеобразное. Да. Леша, опять же, тут ученик. Вот и закончили мы дела в Питере. Антон пока за рулем, Иринка там сзади сидит. Днем немножко посмотрим, давайте, на эти красоты. Красивое место, гостишка здесь рядом. Как гостиница называется? Плац Бридж Хотел. Какой-то Плац Бридж Хотел. Ну, он удобен, по местоположению очень удобен. Ребята, построечки такие все красивые. Ну, единственное, да, где-то есть, где-то дороги, ну, просто не сделаны. Это раздвижной мост, их тут несколько. В общем, красота. Хотели еще на сервис съездить к Лене с мужем, но уже сил, ребята, нету. То есть отдых отдыхом, а когда по работе едешь, здесь, конечно, уже другая вообще тематика. Очень сильно устаешь. А нам еще пильнуть надо 930 километров. Это вот как? Кольцевая дорога. Это ЗСД. Местная платная дорога. Вокруг всего города тут ездит. Ну, вообще прикольно. Там вот вдалеке вы можете увидеть Финский залив. По-моему, он, да? Да. Вот. А там Финляндия, наверное, на той стороне. Кто с Питера, тебе подскажут. Красивая, прикольная дорога, ребят. Вот такая красота открывается. Довольно-таки, ребята, мрачная картинка по погодке. В Питере вроде солнышко было. Ну все, на Смоленск. Пора работать. А у нас три водителя, ребят. Нам вообще все нипочем. Мы даже в кругосветку можем без перерыва ехать. Зато вообще кверху. И в одну глазу. В одном глазу. По очереди вырубаемся. Кто как. О всех позах. Трасса Е-95. Собака у нас тоже путешественница. Да, собакин? И Крым, и Рим везде с нами. Да, это Бусечка, Бусечка, да. Умничка наша. Смена караула. Едем.